Всем привет, дорогие друзья! Сегодня битва в рамках первого чемпионата среди ботов. Боты бьются за звание самого могучего бота. Итак, у нас с вами сегодня Аксум, племя, прям натуральное племя, юнитов мало, бедняги набрали что могли, и то 9000 еще остается в запасе. Против секванов, секваны это у нас там варвары, ну вот. Конечно, набирал я, старался набирать как мог, но на 9000 еле-еле насобирал здесь многих воинов, присягнувших, один отряд присягнувших, один избранных мечников. Больше тут элиты взять не удалось, потому что Аксум не в состоянии как бы потянуть в таком виде армию. Ну вот, посмотрим, как потянут, как пойдет на поле боя. Ну все, я все сохранил. Так, нападают африканцы. Защищаются варвары. Погнали на карту. Ну что ж, смотрите, интересно, как сделал Аксум. Эфиопскую кавалерию поставили сбоку. Тем самым они как бы развернули чуть против себя всадников. Ну вот, и уже схлестываются. Посмотрим, не знаю, у кого там броньки больше-меньше. Эфиопская кавалерия останавливает легких всадников. У германского племени только легкие всадники, сразу вам скажу. Если бы я взял хоть одного тяжелого всадника, не знаю бы, как бились. Может быть, лычками как-то можно было бы прокачать африканцев. Но посмотрим после этой битвы. И пошли, кстати, собачки тоже. Так, что там сбоку? Интересно, лычки-то, в принципе, они дают возможность биться лучше. Ну вот, скорость перезарядки и так далее. Ну, может быть, не знаю, очень не... неудобные для балансировки войска. Если Аксуму делать прокачанных стрелков и пехоту, ну смотри, накидывают нормально кельтские застрелы. Если, ну блять, урон что-то вообще слабый. Эти кидают, блять. Если давать им лычки, может быть, только и ради в таком виде. Ну смотрите-ка, ноги воины что-то побежали. Эфиопские махарафоры. Ну, хорошая пехотка, так я понимаю. Возможно, вторая битва окажется очень даже интересной. Ох ты, смотри, прожимают. Африканцы прожимают себе какой-то баф. Сплотить ряды, да? Угу. На фланге вижу белый флаг. Не успели подбежать. Не успела эфиопская кава подбежать. Защитить свой отряд, побежал он. Копейщики новобранцы. Ну-ка, что кавалерия скажет? Она еще и с дротиками. Так, удар с тыла по копейщикам. Но они тверды. Не сдаются. Так, у кого флаг белый? Побежали африканцы в центре. Сейчас будет в... Ой-ой-ой-ой, в спину. Вырываются избранные мечники. Хорошо стоят против африканцев, надо сказать. Потери небольшие у них. Да, и вот тут развалили немножко они центральную часть. Выбили кавалерию и помогают своим. Так, гальские... Так, кто там? Гальские охотники отбиваются от эфиопской кавалерии. Так... Смотри, избранные копейщики. В общем, два элитных отряда. Одни избранные мечники. По идее, три. У варваров три отряда. Смотри, как здесь смели варваров с этой стороны. Вах-вах, смотри-ка. Ноги воины удар не держат. И сейчас будет разворот фронта. Разворот фронта. А я-то прям... Мне казалось, что прям совсем беда будет у африканцев. Тем не менее, эфиопы прям нападают. Со всей дури. Мне кажется, вторая битва будет интересна после того, как попытка балансирования произойдет. Какие-то лычки там у немцев, у германцев будут, скорее всего, будут добавлены отряды, если они проиграют. У африканцев, соответственно, лычки. И будет очень-очень-очень интересно. Ну, смотри, что, копейщики. Ну, нифига, эфиопы рвут. Эфиопы рвут, а ведь количество народа одинаковое.
Да, очень интересно, очень такая следующая битва будет. Последствия усталости. Так, а где у нас элитные отряды германцев? Вот здесь избранные мечники. Гена, ёптись, присягнувший. Что такое? Гена убили. И все, обалдеть. Африканцы выигрывают в атаке, да? Ну, давайте посмотрим, что по балансу. Так, африканцы в атаке выиграли. Таким образом, германцы могут себе позволить добрать до 30. Давай одну каву сменим. На тяжелых всадников. Одного избранного мечника я добавил. В принципе, деньги-то позволяют. Вот этого давай еще тяжелую каву. Ну и все, да, подожди, я еще две кавы-то, блядь, обрадовался. Одну каву я заменил и двух избранных мечников я добавляю. 6000, ну 6000 что? 6000 надо добавлять лычками. Помогает? Насколько вот им помогает? Да, действительно, смотри, ближний бой прям увеличивается. Давай до серебра. Так, а что у лучников будет? Точность. Точность увеличивается. Ну, ни хрена себе. Давай тогда им стрелков добавим. Кавалерию. А, подожди, да куда я там навалил-то? 7880. А, вот, 6000 у этих. Ну, в принципе, мы можем вторую битву-то провести, прям добавить даже, я говорю, А, блядь, ну куда добавить-то? Мы же с вами договорились. Знатные копейщики, блядь. Все, пардон, извиняюсь. Кого я тут добавил-то только что? 5 кавалеристов. Откуда 5 кавалеристов? Должно быть 6. 6 кавалеристов. Убрать одного присягнувшего. Хотя, с другой стороны, ну да. Так. 5400, блядь. 5 что-то я напутал. Но давайте же тогда отдадим им лычки. Давай генеральчиков качаем в золото. Хотя нет, что там золото? Не только в золоте. Не в золоте счастье. То есть все копейщики усиленные, стрелки. Усиленные и мечники. Во. 5400 аксум. И германцы на 5400. Отлично. Ну что ж, я сохраню настройки. Нападать будут на сей раз секваны. И вернемся на карту. Итак, мы на карте. Приближаются войска друг к другу. Вообще, вот эти ноги, конечно, копейщики. Вот этих вот ноги, конечно, надо было менять. Но я решил, что нужно добавить больше пехоты германцам, чтобы они как-то могли большим количеством людей противостоять африканским племенам. Ну вот, пошло дело. То есть, по идее, здесь защищающийся, это не знаю, на что влияет. Ох, пошло. Ох, схлестнулись кавалеристы. Так, оба, сразу 11 человек. Собачки. Ох ты как. Чарш у эфиопских махафоров. Чарш хороший, смотри, какой прошел. Присягнувшие тоже помогают здесь. Так, ну что ж, больше тяжелой пехоты. Кавалерия потяжелее у германцев стала. Но у эфиопов стали поточнее, покруче лучники. И махафоры вот эти.
Здесь жесточайший кавалерийский замес на противоположном фланге. Где кавалерия, не вижу. Где кавалерия, кавалерия германцев? Неужели вся уже слилась? А нет, вот здесь в центре что-то происходит. А, все, съели. Сожрали. Смотри-ка, что накидывают прямо на центр, на генерала. Фокус от генерала. Смотри, что творят. Так, ну уже пехотку. И эти тоже. Ну, блядь, ну развернись ты лицом вперед. Просто кидают и кидают, кидают. Неужели эфиопы пойдут? Неужели эфиопы пойдут дальше? Секванов вышибли здесь. И зашли им в тыл. А нет, не в тыл. Это не со своего тыла так. Эфиопские махайфоры. Неплохие ребята. Не ожидал. Зачем им много разных юнитов, если у них махайфоры делают всю работу за них. За всех. Да, уже так просто не взять. Здесь уже потяжелее. Потяжелее. Так. Бьет. Присягнувшие германские вырвались. Помогают кельтские юноши. Махайфоры вырвались. Ну, давайте. Все, сдаются. Так, германцы, значит, более-менее еще живут. Здесь, хотя в центре избранные копейщики порублены в кучу. Основная толпа стоит вот с правой стороны. И эфиопы жестоко наказывают. Копейщики колеблются. Куда они побежали? Гальские охотники пытаются отбиться, но здесь вырвалась кавалерия. Неужели... Ой-ой-ой-ой-ой, как мы накинули. Неужели германской кавалерии не удалось сохранить свои... Нет, не удалось. Германской кавалерии не удалось остаться в живых. Здесь, конечно, пытаются выбить всяких махафоров. Неужели кельтских юношей кончились боеприпасы? Ну, ё-моё. Так, флаги один за другим. По-моему, у германцев убили полководца. И африканское племя, эфиопы, вышибли... Вышибают германцев с сокрушительным счетом на 800 человек. Ну, ёпа, РСТ. Ну, а что у секванов? У секванов, ну, пехотка слабая, конечно. Можно было бы, конечно, набить пехоты, и 30 на 30 было бы сразиться уже с ребятами. Но ребята с лычками, это очень серьезно. То есть здесь вот... Во-первых, сразу до 50 повышается урон, серебряная лычка, боевой дух и защита в ближнем бою. То есть, этих усиливать, а... Но этих же тоже надо будет балансировать. Ладно, переходят в следующую... Так, секваны у нас с вами отправляются в небытие. А Аксум переходит в следующую турнирную категорию. Итак, следующая серия будет у нас с вами Бактрия сразиться с сираками. Вот так. Все, всем пока. Ставьте лайк, пишите комменты. Будет интересно. Приходите на следующую серию. Всем пока.